Сейчас, находясь в древней армянской столице Шуши, поздравляю всех армян с годовщиной победы в Шуши, с возвратом города своего, с большим подвигом, который был совершен. И от всего сердца желаю вам мирного неба над головой, дорогие армяне, чтобы прекратилась война, чтобы вы жили мирно на своей земле, чтобы прекратили на вас нападать с разных сторон. И еще я хочу обратиться к тем, кто говорит, что невелик был подвиг у армян, когда они брали Шуши, потому что турки бежали, азербайджанцы бежали, и у них была паника, и они убежали. Драгоценные мои, вам надо посмотреть, по каким скалам карабкались вооруженные армяне, ответственно, какой высоты, для того, чтобы понять, какой это подвиг. Потому что азербайджанцы же бежали после того, как армяне начали нападать, а не до того. В этом и есть подвиг победителей и поражение побежденных. Одни нападают, другие бегут. Поэтому мы сегодня поздравляем армян с победой, потому что это их победа. И для того, чтобы вы представили себе воочию, что вообще сделали армяне, возвращая себе Шуши, какой это подвиг такой реальный, я не поленюсь сегодня съездить и отснять эти скалы, по которым они карабкались, и выложить здесь же. Так что вот вторую часть видео посмотрите и прикиньте на себя. Смогли бы вы, те, кто говорят, что да, что там такое, вот подняться по таким отвесным скалам. Вот, посмотрите, уважаемые, вот здесь карабкались вооруженные армяне. Вон оттуда. Вот здесь камера слабенькая, поэтому не видно орлов, которые там летают, она не берет. И вот до сюда, до верху, вот по таким скалам лезли вооруженные 90 человек. Вдумайтесь, 90 человек героев в одном месте, потому что это реально надо быть героями, чтобы это сделать. Это очень высокая концентрация героев, я вам скажу, для нашего трусливого времени. И вот этот подвиг они совершили. То есть они с боем взяли эту гору Шуши. А то, что там говорят, начинают рассчитывать, сколько где войск было, кто как здесь заходил, откуда. Вот нужно один раз подойти и встать на краю этой пропасти. И сразу все в голове становится на место. И понимаешь, с чем поздравлять людей. И я знаю некоторых из тех, кто совершил это. И я горжусь тем, что я дружен с ними, что у меня есть такие друзья. И я пользуюсь случаем, поздравляю вас, уважаемые, еще раз поздравляю вас с праздником Победы в древней армянской столице Шуши.